Страшный суд, он не сразу, он после. Нам еще претерпеть до конца. Мы живем на обрыв, на авось, друг у друга не видя лица. А меж тем в нашей падшей вселенной этих лиц не объять и не счесть. Все любимые, всем непременно нужно власти и что-то поесть. Каждый космос и каждый особо, каждый с личной печатью Творца, с каждым Бог от рождения до гроба, всем явлены его три лица. Кто-то трезв, а кому-то закрыл ухо, око и сердце, и ум. Зверь адского страшная сила, зомбоящика фоновый шум. Не раскрыть им ушей оглушенных, не вспороть им зашитого рта, не поднять им ресниц опаленных, не воздвигнуть из смертного сна. Люд уходит под пальцами Мойры, что ни день обрывается нить. Зябко ёжимся в думах невольных, скольких нам предстоит хоронить.